Всем привет, народ! Вы на канале Мегабабки. Сегодня поговорим о топовом проекте L7 Trade. Сразу перед видео я предупреждаю, что никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, где лично зарабатываю, а входить за мной или нет, решение принимаете вы сами. В этом видео я поделюсь, как заработать $300. В этом проекте я заработал всего лишь за пару недель. Давайте перейдем на проект. Проект называется L7 Trade. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти в панелечку «Зарегистрироваться». Все детально рассказал я об этом проекте в предыдущем своем видеоролике. Точнее, у меня о нем уже очень много видео есть. Вы можете скопировать название проекта, вставить в поисковую статистику, и вам выбьет все видеоролики, которые я об этом проекте рассказывал. И тут есть также L7 Trade, именно полное описание этого проекта. То есть давайте зайдем на мой каналчик. И посмотрим. Вот 2 недели назад первый обзор об этом проекте. И 2 недели назад я начал в этом проекте зарабатывать. Проинвестировал я всего лишь $20 на то время. Сейчас у меня депозит $200. Я докинул. И сейчас зарабатываю стабильно и спокойненько, как говорится. Прихожу домой с работы. Там отдыхаю. Зашел с телефона. Сделал сделку. И через некоторое время получаю свою прибыль. Давайте зайдем на мой кабинет. Как видите, здесь у меня очень хорошо видно, что сделки у меня открыты. Давайте зайдем, вот она здесь. Есть, можно отслеживать ее онлайн полностью. То есть на каком этапе ваша сделка происходит. Как видите, у меня сейчас она обрабатывается. Кстати, у меня уже на монете вчера было 0.02, сейчас 0.0. 2.44, ну и так далее. Почему? Потому что я постоянно делаю реинвест, постоянно стараюсь еще увеличивать свои депозиты, плюс мне капает реферальная программа, она здесь очень классная, 21% от заработанных вашими партнерами средств, то есть не от пополнений ваших партнеров, то есть вы не зарабатываете с их пополнений, а вы зарабатываете лично от их заработка, и это очень классно. То есть давайте зайдем в реферальную программу. Реферальная программа у меня здесь вот такая статистика. Копируйте ссылочку, начинайте распространять и зарабатывайте по 21% от дохода ваших партнеров. 94 человека у меня зарегистрировалось. Активных у меня 29 человек. И давайте зайдем в панель выплаты. Я хочу вам показать, сколько я вывел денег за предыдущую неделю. Давайте. 17 числа было первый вывод у меня с этого проекта. Как видите, я вывел $77, да? После чего, буду округлять, так что в принципе не обессудьте. После чего я заказал 19 числа, тоже под видео уже показал это, как это выводится быстро. Деньги мне перевелись в течение 5 минут, то есть выплаты здесь инстантом. Это очень радует. Выплаты происходят инстант, если, конечно, небольшая сумма. Если большая сумма, то она может попасть в обработку администрации. И надо подождать энное время, чтобы вам ее подтвердили и вывели. А так, в принципе, никаких проблем. Сразу напоминаю, что надо поставить себе защиту на этот проект. Есть тут Google аутентификатор. Как его устанавливать, я показывал тоже в своем первом видеоролике. Посмотрите его полностью, 26 минут вашего времени, но зато вы поймете, как с этим проектом работать и как в этом проекте зарабатывать. Ну и сейчас, смотрите, я 20 числа выводил $70, да, и 21 числа я также выводил $70. Давайте зайдем на мой паркошелек, зайдем в историю и опустимся ниже и посмотрим. Вот видите, это транзакция от этого проекта, выводил я 21 числа, 21.03 мне было зачисление. Понятно, что криптовалюта в промежутке, да, протекает денежка. И как вы видите, я заказывал по серверному времени в 17.53. Разница, как вы видите, вот 20, там 21, сейчас, ну, 3 часа получается. Как видите, 11.01, у меня 14.03. По факту 3 часа у нас разница. То есть, если 17.53 здесь по времени, то получается в 21.03 мне уже вывелось. Вот это круто, да? И я зарабатываю в этом проекте и зарабатываю очень хорошие деньги. $70 за один день, это
очень круто. Ссылочку на проект я оставлю внизу в описании. Кому проект нравится, вы инвестируете вместе со мной и зарабатываете. Ну а также напоминаю, что я никого ни к чему не принуждаю. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, вам нужно зайти в панель кошелечек. После чего вы можете пополнить любую криптовалюту. Это Bitcoin Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dashcoin, Zcash, Stellar, да, XLM, Bitcoin SV, Bitcoin Gold. Как их пополняется? Есть панелечка пополнить. Нажимаем, вам выбивает адрес кошелька. Вы его копируете. Пересылайте сюда свои деньги, то есть криптовалюту, и начинаете зарабатывать после того, как здесь деньги появляются на счету. Как зарабатывать? Заходите в торги цикл, после чего вам нужно обязательно здесь вы указываете сумму, которую вы хотите инвестировать. Присутствуют в проекте лимиты на инвестиции и на вывод. Об этом расскажу чуть попозже. Здесь вводим сумму, указываем максимальное значение, которое здесь указано вам сразу. То есть вам не надо искать, думать сколько. Вам нужно просто найти это число. К примеру, это 11.062. И самое минимальное 10.420. Также опускаемся, ищем это число. Вот оно. Выбираем, после чего вы вводите сумму, в биткоинах это 0.02, то есть 2 цента биткоина. Нажимаем применить, после чего у вас есть подтвердить оформление ордера. Здесь у вас описывается то, что вы получаете и платите, какие комиссии. Также объем, который вы тратите в долларах. Здесь объем, которую сумму вы получаете без учета комиссий. И расчетный счет, то есть сумма, которую вы получите лично на ваш счет. То есть, как видите, это $1.70 с 2 центов. Ну, это в сатоши, да? Если чуть-чуть разница, то вы тоже это должны понимать. Также на сайте присутствуют обменники, что очень важно. То есть вы можете обменять любую криптовалюту. К примеру, это будет вот Litecoin, без разницы, на биткоин. Либо же на другую любую криптовалюту. Но здесь вы должны понимать, что здесь должна быть значение. То есть, к примеру, если я хочу обменять на биткоине есть 89 центов биткоина. То есть я без проблем любую криптовалюту на биткоин могу поменять. Если я захочу, например, поменять на, как видите, биткоин голд, да, то я не смогу поменять, потому что значений здесь нет. Они обновляются каждый день в 00 по сайту времени, да, то есть вы должны это тоже понимать. Вы выбираете здесь позицию, которую хотите отдать, позицию, которую хотите получить, вводите сумму, вам пишется расчетка, то есть, к примеру, один, здесь пишется расчетка, соглашаетесь с правилами, платите 0.5% сразу и обмениваете без каких-либо проблем. Я этим сервисом пользуюсь, обмениваю постоянно. Никаких проблем не возникает. Ну а теперь давайте по лимитам. Что у нас с лимитами в проекте? Есть кнопочка «Посмотреть лимиты». Лимиты у нас такие, то есть комиссия за обмен. Он здесь одинаковый на все криптовалюты. Минимальный объем на вывод вот такой. Комиссия за снятие вот такая-то. Также есть минимальный объем для торгов. В биткоине это 0.02, в эфириуме 0.5. В лайткоине 1, биткоин кэш 0.5, дашкоине 0.5, закэше 1. Самый дешевый это стеллар. 20 монет стеллара всего лишь вам можно. Это минимальная сумма для порога, это около $2. Биткоин СВ 0.5 и биткоин голд 1. Также ж мы можем посмотреть максимальный объем торгов, именно если вы не верифицировали свой аккаунт. Это для биткоина 0.1, для эфириума 3.3, лайткоин 6.5, биткоин кэш 2, да, и так далее. Но есть одна фишечка. Если вы не хотите верифицировать свой аккаунт, то вы можете распределить всю свою сумму на несколько криптовалют и торговать ими одновременно. То есть вы делаете ставку на каждую криптовалюту по максимальной сумме. И выходит, в принципе, там до 2-3 тысяч долларов вы можете делать без верификации. Ну а если, конечно, вы хотите еще больше, то есть кнопочка «Верифицироваться», заходим, проходим верификацию и начинаем зарабатывать еще больше.
Ссылочку на проект я оставлю внизу в описании. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. В этом проекте я зарабатываю $70 в сутки. Кому нравится проект, инвестируем и зарабатываем вместе со мной. Всем спасибо за просмотр. Я пошел здесь бомбить бабло. Всем пока.